Здравствуйте еще раз. Я Юрий Федюнин, специалист сервисного центра Juventus Sport. Это наш менеджер Артем Елисеев, дипломированный специалист, значит, на недавнем проходившем семинаре компании Fisher. Вот мы вам в данной беседе покажем, в общем-то, ну, цель нашей беседы – это подготовка лыж. Мы вам покажем основные приемы, что нужно делать, что вы можете сами делать. Если вы не знаете, что делать, вы обращаетесь в сервис-центр, что делают с вашими лыжами. Вот, чтобы, знаете, как человек купил очень дорогие лыжи, и вот его начинает колотить, вот его забрали лыжи в сервис-центр, что же там делают с ними? Там вот к нам бывает, приходит человек, отдает лыжи, покупает лыжи, к примеру, да, и говорит, я хочу видеть, как поставят крепление на них. Вот, до трясучки. Ну, приходится выступать, вот, показывать. Вот, сегодня мы вам покажем, значит, и расскажем, как это делается, чем это делается, минимальные, какие нужны комплекты, наборы, чтобы это сделать самому, если вы захотите делать. Ну и чтобы вы не испортили лыжи свои. Вот. Потому что именно ко мне обращаются, я смотрю на лыжи, и прям сердце крови обливается, что же наделали с лыжами. Просто беда. Как будто их там пытали утюгом, циклями. Люди доходят до напильников. То есть это структуру наносят. Это просто беда. Страшно на них смотреть. Бывает, там приносят. Ну да, вот есть такие умные люди, которые покупают лыжи за 30-40 тысяч и потом советуют наносить рашпилем структуру на лыжи, да. Потом к нам приносят, и просто смотришь, ужасаешься, что же с ними сделали. Вот. Все равно все дороги идут к нам опять. Все исправлять. Вот. Ну что, начнем. Значит, вы купили лыжи. Да, вы, к примеру, вот купили лыжи. Вот купили лыжи. Как правило, сейчас все производители лыжи продают уже, они как бы покрыты консервационным слоем парафина, вот, чтобы при транспортировке не было повреждений скользящей поверхности. Вот. Первое, что вам нужно с ними делать. Да, ну вы осматриваете это визуально, чтобы не было никаких дефектов. Ну, вот то, что вот есть, это ничего не страшно. Вы можете в любом магазине попросить, чтобы вам сняли парафин. Там, к примеру, на лыжах Salomon или Atomic у вас наклеена пленочка. Можно ее снять, посмотреть, попросить, чтобы вам сняли парафин, посмотреть скользящую поверхность, чтобы не было никаких дефектов в скользящей поверхности, ни царапин. Ну, вы сами понимаете, да, никому неприятно покупать хороший, дорогой товар, он будет царапанный, корябанный. Это, опять же, надо обращаться куда-то в сервисный центр, чтобы исправлять это. Вот. Ну, визуальный осмотр, смотрите, чтобы было все хорошо. Вот. Дальше, ну, вам устанавливают их, конечно. Вот. Следующий, как говорится, шаг у вас, что же делать дальше с ними, чтобы лыжи у вас поехали. И вообще, кстати, в магазинах продавцы знают, что парафин надо снимать. Ну, не во всех магазинах просто объясняют, что многие покупатели считают, что раз парафин нанесен, то все, уже все готово, крепление поставили, он пошел кататься. Приносят через два дня, говорят, у нас лыжи не едут. У него, значит, он кусками сходит, знаете, как такие, как лишайные лыжи становятся. Говорит, а что же вы не сняли? Говорит, ну, вроде положили. Или также нам приходит, говорит, запарафиньте нам лыжи. Мы, значит, парафиним их, обрабатываем, приносим. Он говорит, а где парафин? Нет парафина. Вот. Когда лыжи готовят, остается там слой парафина несколько микрон. То есть достаточный для хорошего скольжения. Вот, по погоде. Толще, как бы, если оставлять слой, то он может
немножечко неправильно работать, то есть лыжи начинают подсасывать, то есть как бы эффект присасывания к снегу, поверхности будет. Вот. Поэтому парафин надо снимать достаточно так хорошо, очищать щетками, чтобы открыть структуру, вот, и чтобы лыжа работала как надо. Вот. Ну, продолжим. Значит, для подготовки лыж что вам нужно будет, если вы будете готовить сами? Это значит, вам будут нужны щетки. Ну, давайте с первого начнем. Скребок для снятия парафина. Скребок для желобка. Следующие щетки. Ну, для минимального набора вот существует вот такая щетка. Значит, половинка у нее нейлоновая, половинка из бронзовой проволоки. Ну, существует отдельно такая и, к примеру, вот такая нейлоновая. Как бы профессионалы пользуются такими щетками. Да? Для любителей вот такой эконом-вариант вот такой есть. Вот. Также существует, но это уже, ну, по минимальному, вот вам бронзовая щетка, да, и нейлоновая, минимально. А можно вместо бронзовой иметь медную. Медная проволока, она тоньше. Латунь, она жестче. То есть больше, она, к примеру, я пользуюсь латунью, именно после тренировки вычистить остатки грязи с лыжи, да. Если снимать, к примеру, тугоплавки парафин, да, накладываете на холодные условия, то я пользуюсь медной щеткой. Она тоньше, она вычищает. Также существуют еще стальные щетки, очень дорогие. Да. У них сама проволока 0,4 мм, очень тонкая. Она очень хорошо вычищает. Но той щеткой надо очень аккуратно пользоваться, потому что многие начинают... даже профессионалы пользоваться порошок и вычищать, и лыжи вычищают до такой степени, что там, ну, практически ничего не остается. И вот он вроде затратил чуть ли не 5000 рублей на подготовку одной пары лыж, да, а лыжи, ну, буквально у него там отработали 3 километра и встали. То есть ничего практически не остается. Вот. Медная, значит, щетка. И щетка из натурального волоса, это для порошков, для ускорителей. Ну, он такой достаточно, да, мягкий материал, вот, и тонкий. То есть чем отличается натуральный волос, он достаточно тоже тонкий, чтобы вычищать, не выдирать. Можно дать посмотреть? Да, конечно. По вопросу хочу ответить. Около 800 рублей стоит счет. Если быть точным, да, 830 рублей в ювенте. Ну, дальше. Это инструмент. Да, одна штука. Естественно, для подготовки вам понадобится утюг, чтобы расплавлять парафин. Опять же, утюги есть эконом-варианты, достаточно недорогие. Вот. И чем толще, естественно, подошва утюга, тем утюг будет дороже. Что дает толстая подошва утюга? Чем толще вот эта подошва, тем более стабильно держится температура утюга. Что это дает? Это дает, что вы равномерно, практически с одинаковой, с малым перепадом температур расплавляете парафин. Вот. Специальные утюги есть, профессиональные. У них подошва достигает 4 сантиметров. Для чего? Там разброс температуры плюс-минус там, 2 градуса. То есть, когда плавится порошок, это уже как бы профессиональный уже уровень, да, то есть вы можете без дополнительной остановки сразу проплавлять целую всю лыжу. То есть, потому что вот такие утюги, как правило, ты делаешь треть или половинку, температура падает на 15-20 градусов, и дальше он уже не плавит. То есть вам надо останавливаться, идут испарения, вы, если нет никакой защиты дыхания, вы отправляетесь этим, но это мы дойдем до этого. Вот, тоже нехорошо. То есть в один заход вы проплавляете, это, во-первых, экономит ваши силы, энергию, ну и здоровье. Так, утюг.
Значит, на любой вкус и цвет, опять тоже есть. Обычным там... утюгом нельзя, да? Обычным нет, конечно, не рекомендуется, потому что, если мне память не изменяет, обычные плотяные там утюги, они от 160 градусов, наверное, минимальные, да, или 110. Вопрос в том, что нельзя выставить точную температуру, да. Она неизвестна. Там можно прикинуть плюс-минус, но при плавлении парафинов нужна достаточно... точная температура из-за риска перегреть лыжу и сделать ее гораздо хуже, чем если мы вообще не парафинируем. Можете даже, да, испортить лыжу, сжечь до волдырей называемых, до пузырей. Если это не сильно, то это можно исправить еще, да. Но в процессе ремонта в этом месте будет истончаться пластик, естественно. То есть в дальнейшем это место будет как бы более подвержено, грубо говоря, всякой вот, как это вам сказать, коррозии, не коррозии, ну, деформации. То есть будете прогревать утюгом, очень вероятно в этом месте, что опять может сдуться пузырь. Также может разрушаться внутри сотовый сердечник у лыж, или там, если будет акриловый сердечник, он еще быстрее разрушается. Это вот на некоторых марках лыж, у кого есть такие, типа Маршус, вот делает акриловый сердечник. Вот, он при перегреве разрушается и, естественно, быстро выходит, там продавливаются лыжи, ну, выходит из строя. Дальше вам понадобятся, естественно, парафины. Вот. Ну, для... начального уровня достаточно будет парафинов вот таких SG. Ну, это мы сейчас парафины марки бренда Start просто здесь представляем. Вот. Или MF, LF – это низкий фтор с содержанием низкого фтора. Вот. Что дает фтор? Фтор при определенных условиях свыше 75% влажности, он дает более лучшее скольжение. То есть в этих условиях. Ниже 75%, ну, как бы уже это уменьшается, свойство его. При больших морозах, естественно, он практически бесполезен становится. То есть есть специальные порошки, есть специальные парафины, но большинство стараются уже пользоваться либо слабый фтор. То есть все, в общем-то, парафины распределяются так. Давайте начнем так. Порошки и ускорители находятся на одной ступеньке. Это верхний, самый дорогой такой сегмент. Дальше идут парафины HF, это высокий фтор. Чуть дешевле. Вот, значит, там уже простой парафин с добавлением фтора, большим содержанием. Следующие парафины идут LF, это с маленьким или с средним содержанием фтора, и парафины CH, самые простые парафины. Вот. Для начального уровня вам будет достаточно там 3-4 парафинов именно CH. Но если захотите что-то такого более хорошего, можно LF. Они достаточно доступные по цене будут, вот, для подготовки. Если вы захотите, можете купить HF, да? Цена в 2 раза от LF отличается от HF. Ну, даже бывает и выше. Бывает и в 3 раза. То есть, ориентировочные HF стоят порядка 2500 рублей за 45-60 грамм. Парафины LF стоят около 700 000 рублей за те же 45-60 грамм, зависит от производителя. Нефтовистые парафины около 500-700 рублей за 90 грамм обычно. Ну, за такую упаковку. А про морозы вы говорите, ну, легкий фтор или фтор уже там смысла нет применять. Ну, мороз я имею в виду это. Ну, бывает, да. Ну, от, ну, вот мое такое мнение, что от 12, грубо говоря, 14 градусов уже как бы фтор, он так сходит на нет. Ну, можно... Неплохо бывают некоторые марки парафинов, да, порошков. Ну, те же морозные
порошки, это вот получается вот типа вот таких, да, присыпок их называют. Это тот же парафин, легкий фтор, вот это без фтора, это тоже без фтора, я просто не захватил, или легкий фтор. Только он в виде порошка. То есть его проще насыпать, оплавлять, чем, потому что он очень колкий. В него добавлены такие достаточно такие добавки, которые делают очень жестким и колким его. Вот. Механика работы парафина. Если вдаваться в химическое взаимодействие между лыжей и снегом, лучше туда не вдаваться, потому что это предмет многих споров. Это работает, если брать бытовой уровень, это работает. Парафин действительно дает улучшение скольжения в подавляющем большинстве случаев. То есть за счет вот этого тонкого слоя он делает скользящую поверхность более гладкой или более скользкой? Не совсем более гладкой, не совсем, не всегда более скользкой, но это уже уровень научной диссертации, скорее. Проблема, это, знаете, это либо что правильнее, циклить или парафинить. Это вот на многих форумах поднимают, да? И опять же, человек, который продвигает вот это, не буду называть фамилии, мы сегодня без фамилий как бы постараемся и без брендов так обойтись. Вот. Опять же, у него жена была олимпийской чемпионкой в свое время, но бежала на лыжах, которые подготавливали парафином. Вот так. Лыжи — это вообще, вот это, ну, это мое субъективное такое мнение, что теория дружит с практикой. Ну, процентов на 80-85. Бывают такие варианты, что, ну, не должно это ехать, это едет, а то, что должно ехать, оно никогда не едет. Вот как? И это необъяснимо просто порой бывает. То есть как вот, к примеру, производитель делает, ну, это пример я приведу, парафин 10, минус 10-30 на большой мороз, да, вот он даже здесь представлен, он делается, наверное, я в лыжах 79-го года, вот, он с тех пор делается, вот. Вот я его помню с 81-го года, он до сих пор, этот парафин выпускается, 10-30, он теперь просто по-другому называется. Старт, я не помню раньше, как он назывался, то ли десяткой тоже, вот, зеленый, он такой колкий. И вот он бывало ехал просто в плюс 5, плюс 7 градусов. Ну как он может ехать? Он как стекло вообще. То есть на сильный мороз. Он едет. Вот бывают такие варианты. Это уже тонкость. Просто вот берешь лыжи на тренировку, они были так сделаны, они едут. Почему они едут? Никто не может сказать. Значит, просто парафинов, да, будем касаться LF, CH и HF. Но HF, он из-за того, что достаточно мягкая структура, они будут меньше, да, их хватать. В принципе, километров на 30, не больше. Порошки должны работать в районе 50-60 километров. То есть там, когда вы оплавляете утюгом, происходит химическая реакция, образуется пленка достаточно жесткая. Вот. Она держится подольше. А независимо от количества слоев? Значит, и до этого мы еще дойдем сейчас. Ну, сейчас отвечу все-таки на этот вопрос. Как правило, кладется первый базовый слой. Для чего кладется? Ну, базовый слой, как правило, делается либо LF, либо парафин CH. Он дает хорошую адгезию именно. Почему именно? Вот я, к примеру, предпочитаю парафин CH. Многие, в общем-то, ученые, которые вот химики, они говорят, что простой парафин, он по своей молекулярной структуре достаточно похож именно с пластиком скользящей поверхности, то есть очень похож. Поэтому адгезия у него очень хорошая, то есть его первый слой наложили, и по нему уже очень хорошо идет вот прилипание парафинов LF, HF, то есть очень хорошо ложатся. Они, получается, дольше держатся.
Вот. Если вы будете класть, естественно, просто на голые лыжи парафин ЛФ или АШФ, ну, чем выше фтор, фтор у нас получается как мыло, скользкий, он быстрее будет соскальзывать. Вот. Хотя, к примеру, есть опять же вот такие, знаете, примеры, что вот, к примеру, с прошлого года я узнал, что вот, к примеру, смачки в сборной пользуются таким методом. Значит, лыжу очищают фторовой смывкой, специально существует для порошков, для высокофтористых, специальная фторовая смывка. И потом на голую лыжу просто вплавляют порошок. Но это, опять же, вы понимаете, это уже такой проуровень, и там, как сказать, лыжи не жалеют, порошок не жалеют. То есть, если лыжа вышла на один сезон, значит, она вышла. Но главное – победа. Тут мы сейчас преследуем с вами другие цели, понимаете? Чтобы лыжи были не на неделю. Марафон, что делать? 70 километров. У меня через 30 километров встают лыжи. А как же 70 пробежать? Вопрос, как вы готовите лыжи? Вот так, на станке, парафин, HF, LF, в зависимости от влажности, и все. И все. Но я только что говорил, что вам сначала надо положить именно базовый парафин. Хотя бы, вы понимаете, хотя бы один раз в две подготовки класть базовый парафин. Потому что, ну, ЛФ, да, можно тоже, в принципе, пользоваться. Опять же, еще существует... знаете, надо очень обязательно учитывать условия, в каких у вас проходит марафон. Да? Если у вас свежий снег, у вас бы ваш парафин держался бы 50 километров. Возможно, у вас был агрессивный снег. На агрессивном снегу вот, очень быстро идет истирание парафина. То есть, вот как я говорю, 30 километров у вас ничего не остается. Вы даже можете потом перевернуть лыжу после гонки, у вас она белесая будет. Таких. Вот. Вот. У вас ничего не осталось. Выход из такой ситуации, да, либо добавлять специальные добавки, отвердители, которые будут делать ваш парафин мягкий, который вы клали как раз на эту гонку, он у вас быстро истерся, либо пользоваться порошками. Вот. Не ускорителями, порошками. Да? Но это, опять же, вы понимаете, это уже уровень такой, достаточно профессиональный. Вот. Просто на парафинах, ну, либо искать вариант такой, либо искать такие лыжи, вот. Потому что лыжи, лыжам тоже, опять же, рознь. Мы сейчас вот все пока вот так беседу такую ведем. Опять же, знаете, вот как есть, если все лыжи по количеству обозначить 100%, вот 100% это все лыжи, из этих, грубо говоря, 100%, такие, что катят, едут, работают, как хотите, можно характеризовать. Это будет всего 5%. Дальше у нас будет процентов 20, которые едут хорошо. Дальше у нас будет 50, которые едут удовлетворительно с плюсом. Дальше будут лыжи, ну, так себе. И, грубо говоря, почти достаточно серьезная остается такая ниша, 10-15%, которые лыжи не едут никогда. Из-за чего они могут не ехать никогда? Значит, здесь, на фабрике могли как бы не соблюдение технологического процесса. То есть склейка пластика под высокими температурами, перегрев поверхности происходит. Вот, изменение молекулярной структуры, значит, обработка конечная. Все лыжи на фабрике проходят через конвейер, да, и конечная у них обработка идет через шлиф машины. Вот. Большие обороты и под очень большим давлением. То есть верхний слой, он запекается, становится как коркой, и вы парафиньте, не парафиньте, пока вы этот верхний слой не срежете, не обработаете где-то в сервисном центре, на машине,
не будет ничего. Ну, вы купили лыжи, да, сняли парафин, все поставили, грубо говоря, намазали, пошли кататься. И смотрите, как они едут, да. Нравится вам, не нравится. А лыжи у вас, начнем с самого плохого. Ну, не понравились, как они едут. Что делать, да? Нет. Нет, ну зачем сразу так? Сдавать. Нет, ну это неправильно. Во-первых, это не... Как это? Не причина возврата и не причина дефекта, да? Вот. Значит, можно их обработать на машине. Можно самим, да, если есть знакомые или сами вы работаете знакомые. Ну, я сомневаюсь, что есть кто-то здесь, кто работает с циклями, да? Сциклевывают тонкий первый слой, то есть как бы пропылить его. Вот. И дальше попробовать. Как работают лыжи. Опять же, лыжи надо пробовать, вот они в одну погоду не поехали, вы должны попробовать их в разных температурных диапазонах, потому что, опять же, у многих производителей лыжи делятся на теплые, холодные. Многие сейчас добавили лыжи soft track, такие, так называемые, софты, то есть у них на мягкую лыжню, то есть добавляют. Сейчас Fisher добавил еще пару для дабл-полинга. На руках бегать. Вот. Все добавляют, расширяют ассортимент. Все, как говорится, на клиента сконцентрировались. Вот. Вы пробуете во всех диапазонах, потому что лыжи могут ехать в холод, могут ехать в тепло, могут ехать в что-то среднюю температуру. Ну, а, возможно, если вы просто любитель, да, это вам не нужно. Имейте одну пару, достаточно среднюю, катайтесь, получайте удовольствие. А универсальные? Универсальных нету. Все стараются, ну, сделать холодный, плюс кол. Вот. Некоторые просто производители как делают, клеят один пластик, да, но конструкция лыж опять же меняется. То есть конструкция у лыж для холода, она сильно отличается от лыж на тепло. По эпюре. Холодную погоду на теплые лыжи положить парафин. Ну, я понимаю. Многие бегают. Вот, к примеру, наш клиент Алексей Слепов, который сейчас в сборной по биатлону, у него все лыжи плюс, к примеру. Он кладет структуру на них холодную, и он бегает. Но у него есть еще выбрать. У него там больше 25 пар. Но это еще немного, потому что там есть люди, которые имеют и по 120 пар. Понимаете? Да, это профессионалы. Плюсовые лыжи Fisher, если мне память не изменяет, значит, весь плюс... температура воздуха где-то до плюс 5, плюс, до минус 5, минус 7 градусов. Вот так. Но, в принципе, бывают такие лыжи, попадаются, что они неплохо работают и в 10, и в 30 градусов. Понимаете? Опять же, можно поколдовать что-то. Они будут работать. А вот российской зимы лучше плюс брать? Да, как правило, стараются брать плюс. Да. А минус это на сколько рассчитано? Минус, если мне тоже минус память не изменит. И холоднее да, они заявляют, но обычно их хорошая работа начинается где-то от минус 10. Особенно в московском регионе еще влияет влажность. На высокую влажность лучше будет работать плюс, нежели колд. Где-то до минус 10 обычно плюс выигрывает. Соответственно, выбор в московском регионе первой пары – это обычно плюс. Ну, хотя находятся люди, что вот они категорично говорят, нет, минус. Их все устраивает. Ну, это обычно или кто-то посоветовал, потому что просто так от балды начинающий не будет выбирать колд. Сейчас Артем вам покажет для начала способы наложения парафина. Сейчас он просто включит утюг. Значит, сколько? 120. Значит, начнем с чистки. У каждого парафина есть своя температура, да? Да, конечно. У каждого парафина, да, есть своя температура плавления. Она указана на упаковке.
У нас сейчас здесь электронный утюг с указанием температуры на индикаторе. Более простые утюги имеют градуировку на шкалу на диске установки температуры по типу бытового утюга. Там температура устанавливается несколько менее точно, но для парафинов это не так важно. Там плюс-минус где-то 10 градусов не критично. То есть, значит, обычным утюгом парафин обычный можно мазать? Если вы узнаете, какая температура соответствует там, льну, шерсти и хлопку, то вполне, да. И он, естественно, должен быть без дырочек. Старый утюг, в принципе, более-менее подходит, но когда вы рискуете лыжами стоимостью порядка 20 тысяч рублей и утюг простой стоит порядка 3 тысяч рублей, проще взять специальный лыжный утюг. По инструментам для удержания лыжи. У нас сейчас здесь представлен вариант для сервисменов. Соответственно, наиболее дорогой, наиболее удобный – это стол, на который может устанавливаться два профиля. Сейчас у нас один установлен, здесь возможно также установить и другой. Второй, соответственно, можно разложить все инструменты удобно. Для домашнего использования может также использоваться вариант профиля на ножках. Профиль – это вот эти вот устройства, на которые кладется лыжа. Также бывают профили без ножек. Их нужно закреплять на каком-то столе, подоконнике, то есть любой поверхности, которая подходит для закрепления длинного предмета на лыжу. Чтобы она не болталась, не шаталась. Да, потому что она должна закреплена быть жестко, поскольку вы с ней будете, когда ее обрабатывать, прикладываются достаточно большие усилия, она не должна сдвигаться. Наиболее простой и быстрый способ очистки лыж после катания – это проход их бронзовой щеткой. С достаточно большим усилием несколько раз проходите щеткой. Очень сильно давить не надо, поскольку будут сминаться волосы щетки, и она не будет вычищать. Но усилия тут я, конечно, показать не могу, но оно достаточно значительное, но не всю силу не стоит прикладывать. Давить сверху вниз, имеется в виду. Да, естественно. Ну, прижим щетки к лыжи. Ну и совершайте вот такие вот движения. Здесь у нас сейчас лыжи для классического хода. И вот эта вот их часть предназначена для нанесения мази держания. Лучше всего использовать, если у вас классические лыжи, если у вас коньковые лыжи, вся поверхность лыжи используется для приготовления на скольжение одной и той же смазкой. Если классическая лыжа, у вас концы скользящие мажутся смазкой на скольжение, то есть это парафином в данном случае, середина подготавливается на держание. Их смешивать очень нельзя, потому что они выполняют разную роль. Поэтому для того, чтобы их не смешивать и на щетку не попадала мазь держания, лучше всего заклеивать малярным скотчем. Начало и конец зоны держания лучше вот так вот заклеить, чтобы мазь не разнести. Да, чтобы не разнести мазь держания и не испачкать щетку в мазе держания. Потом можно уже завершить обработку ближе к зоне держания. Это самый простой способ. Более действенный и более сложный способ – это нанесение базового парафина. Базовый парафин вбирает в себя всю грязь, поскольку он более липкий, чем скользящая поверхность лыжи. И нанеся его и сняв, вы чистите лыжу. Для чистки лыжи используется или специальный мягкий парафин, или парафин нефтористый самого теплого диапазона. На примере старт SG2 диапазон 0 плюс 10. Большая упаковка, ну, как всегда, более выгодна за единицу товара. Ну,
Если у вас предполагается готовить множество лыж, вы выбираете сервисную упаковку Парафина. Парафин там ровно такой же, как и в маленькой упаковке. Нет, парафин не портится. Иногда, вот опять же, отступая, очень старые парафины едут лучше всех. И их, да, их некоторые маленькие обмылочки хранят на самые важные старты. Ну, это редко. А что как раз такой упаковки хватает? Сложно сказать, потому что это зависит от способа нанесения и от умения мастера, который наносит. В среднем, вот такой упаковке 90 грамм больше 20 пар коньковых лыж. Покажи. Намазать? Да, сейчас. Мы пока чистку не закончили. Это второй вариант чистки. Третий вариант очистки, наиболее новый и наиболее действенный, применяется, когда лыжа была подготовлена высоковтористым парафином или порошком. Есть специальная фтористая смывка. У нас сейчас, к сожалению, ее нету, но можно взять каталог и посмотреть. Ну, нет, это для мастера. Ну, она, естественно, стоит в два раза, наверное, дороже обычно. Да, порядка 500 рублей за маленький флакон, там, 150 миллилитров. Наносится смывка, она быстро не высыхает, это вот фактически растворитель. Там немножко другой принцип. Она втирается щеткой нейлоновой или медной, и потом после высыхания еще раз удаляется. Но это уже как бы гоночный вариант очистки поверхности. Наиболее действенный при применении высоковтористых смазок. Парафин снимается на горячую или на холодную? При чистке? Угу. На холодную. Однозначного ответа на некоторые вопросы нету. На горячую вам проще испортить лыжи. Почему? Значит, к примеру, теми скребками, которыми все пользуются, вот такими, да, они практически в 1.5-2 раза, значит, жестче скользящей поверхности. При нагревании, естественно, у вас становится скользящая поверхность более мягкой, да. Если вы правильно пользуетесь, то есть без надавливания, без всего, никаких вот этих движений не делаете. А у нас, как правило, значит, люди стараются, значит, вот выдавить все. И вот они вот так надавливают, не замечая, да? Во-первых, на теплой очень легко испортить структуру лыжи, структуру скользящей поверхности. Это, как правило, портится, да? И происходит заваливание. Вот, поэтому, ну, стараются, это раньше, да, я помню, это уже проходили, что да, на горячую, он еще такой даже не застыл, стараются скорее снять. Сейчас, как правило, стараются, чтобы он остыл. Опять же, все частички, они, как правило, вот из парафина, они вверх уходят. То есть, что так, что так. Меньше шансов испортить, естественно, когда парафин остынет. Пускай он не совсем будет кристаллизоваться, да, там пройдет, он просто примет комнатную температуру, его можно снимать. Это будет менее, как бы, травмоопасно для лыжи, если можно так выразиться. Ну и смысла нету на горячую снимать. Физика этого процесса непонятна. Для меня, например. Я никогда не пользовался этим методом. Сейчас у меня в руке парафин Start LF. Температурный диапазон 0-3 – это достаточно мягкий парафин. Вообще парафины, чем теплее его диапазон, тем он сам по себе мягче и при меньшей температуре плавится. Данный парафин достаточно мягкий, его можно носить тремя способами, один из которых недоступен для более жестких парафинов. Первый способ – вы просто натираете лыжу парафином. Парафин достаточно мягкий, и он покрывает лыжу достаточно легко. Для чего нужно покрыть лыжу полностью? При проходе утюгом, температура которого около точки плавления полиэтилена, вы рискуете сжечь лыжу. Поэтому между ней всегда, между утюгом и лыжей всегда должен быть слой парафина.
Поэтому важно, чтобы слой был не маленький. Если вы пытаетесь экономить и пытаетесь натирать тугоплавкий парафин, слой недостаточно, и есть риск повредить лыжу. Особенно если тугоплавкий парафин, он, естественно, требует большей температуры утюга. И риск еще повышается. Это первый способ, подходит только для мягких парафинов. Второй способ, уже с применением утюга, парафин касается утюга, он размягчается, и тогда его наносят уже непосредственно на лыжу. Этот способ наиболее экономичный при использовании тугоплавких парафинов. И третий способ неэкономичный, но часто только им можно нанести. Вы прислоняете парафин к утюгу, и с утюга парафин капает на лыжу такой дорожкой. Вот. И потом, естественно, все это заплавляется. Сейчас я заплавлю все три части лыжи, которые я уже обработал парафином. Заплавление происходит в один проход. Вот сейчас у меня на той части лыжи, где я накапал, не совсем равномерно заплавлено. Водить туда-сюда утюгом по лыжи нельзя. Опять же, поскольку есть риск ее повредить температурой. Поэтому второй проход для заплавления остатков парафина, где не заплавлено, надо делать через некоторое время, чтобы лыжа уже немножечко успела остыть. Сейчас я сделал второй проход. У меня полностью парафин оплавлен. Опять же, можно повторять практически бесконечно. Главное, чтобы между проходами было некоторое время, чтобы лыжа успела остыть. Вот особенно обратите внимание, что Артем не останавливался. То есть проходит утюгом, не останавливаясь. Не делает вот этих вот движений. Знаете, как бывает? Вот начинает, он наглаживает. Потом у него такой валдырь сдувается. Все. Я много раз видел, как сервисмены профессиональные. Сервисмены иногда так делают, но они уже, возможно, спалив не одну лыжу, знают грань обычно. Тём, а там, по-моему, если не ошибаюсь, в этом же старте прямо внутри есть конструкция, в которой написано, что вплавлять нужно 15 минут. Нет, ну это здесь инструкция не вплавлять 15 минут, здесь на какую температуру использовать и температуру плавления парафина. Нет, значит на свиксе, там прям картиночка. Ну да, на свиксе. 15 минут это не вплавлять, это... Вплавлять? Да, если... Так, с долей шутки... Нет. Скорее всего, там картинка. Я, честно говоря, эти бумажки уже давно не... Подожди, хорошо. Не читаю. Это про 15 минут. Странное такое. Я думаю, что это... Скорее всего, просто чтобы он остыл. Что это, да, что это время остывания парафина и лыжи. Вот сейчас, если потрогать лыжу, она все еще ощутимо теплая. Порядка, наверное, 50-60 градусов. Там не видел никогда 15 минут. Я тоже не знаю. 15 минут что-то такое. Там нету 15 минут нигде. А чем холоднее, тем более тугоплавкий, да? То есть, вот зеленый самый тугой. Еще момент такой, вот насчет тугоплавких парафинов. Поскольку они сами очень тугоплавкие, при их... снятие, они скалываются. Вот их рекомендуется снимать не совсем остывшими, да, теплыми. Как Юрий сказал, при этом риск повреждения лыжи скребком повышается, поэтому их надо наиболее внимательно снимать. Но пока еще нет. А когда вот тугоплавки парафины снимаем, там происходит скол, насколько это критично, когда вот он не снимается в любую стружку, идет кусками отходит. При скалывании, считаем, при скалывании, да, это может
Ну, старайтесь, во-первых, пользоваться достаточно острым скребком, но аккуратно. Вот. Острым скребком вы сможете аккуратно снять парафин, да? Но опять же с легким нажимом. Обязательно с легким нажимом. Не надо вот прикладывать, знаете, вот хотят выдавить вот весь парафин из лыжи. Не надо этого делать. Все манипуляции с скребком по лыжи делают с легким надавливанием, не прикладывая усилий. Вот. Многие производители еще рекомендуют не один раз накладывать парафин, а дважды его наложить. Да, многие говорят, это специально, чтобы тратить больше парафина. Нет, естественно, то есть если у вас где-то был скол, парафин не прилип, да, не лег нормально, то со второго захода больше вероятность, что он ляжет нормально. Вот. Такие рекомендации были раньше у Брика, вот. Печатались даже в журнале «Лыжный спорт». Хорошие были рекомендации, у меня даже вырезки были. Вот сейчас про это забыли. Никто об этом не говорит. Да? Но именно вот смачки сборной такими вещами бывает, часто даже порой пользуются. Если парафин упадает на 30 километров, что надо счищать тогда, если он не там уже есть? То, что у нас сошел, да, и что чистить. Понимаете, экология у нас какая, да? Бывают очень часто гонки проводятся в промышленных регионах, да, вот, к примеру, в 92-м году в Тандербее проводилась гонка, да, там какой-то был алюминиевый, что ли, завод. Так вот, Владимир Смирнов, он рассказывал, что вот после 15-километровой гонки лыжи были покрыты просто серебристой такой пленкой. Лыжи вставали через 5 километров. Тогда было не запрещено еще пользоваться, знаете, такими вещами, как солярка простая. Ну, русский человек находчивый. Наши первые начали эти там манипуляции. И уже в процессе там, естественно, скандинавы, они уже всякими смывками то же самое пользовались. То есть лыжа собирает, даже чистая лыжа, без всего она собирает грязь. На ней оседают масляные пятна. Вот все, ну, вот вся гадость, которая вот может с осадками. Вы же видели, знаете, в конце зимы, что происходит с снегом. Был снег белый, стал снег черный. Почему он стал? Он в лесу был, да? Вот там даже бывает, у нас биться зайдешь туда, на дальние петли, снег черный. Почему? Там вроде ни заводов, ни пароходов, ни машин, ничего нет, а снег черный. Осадки. Опять же, вся эта гадость, экология, то есть лыжи. Вы даже, знаете как, можете попробовать вот так кататься, весной особенно, да, потом прийти просто, смывку немножечко, вот так тряпочку протереть, и вы видите, сколько грязи будет на лыжах. Коньковые лыжи желательно, вот как Артем, лучше фторовой смывкой. Либо парафином, либо вот бронзовой щеткой, самый такой экономичный способ. Почему простая смывка, она действует как растворитель, и верхний слой пластика высушивает. То есть мы пытаемся ее насытить парафином для того, чтобы она лучше скользила, для того, чтобы лучше воспринимала следующий слой парафина, более высоковтористые. Смывка все это убирает. Да, она грязь она смоет тоже, но и полезный слой парафина тоже смоет. Поэтому лучше не использовать простую смывку для скользящей поверхности, только для зоны держания. Парафин достаточно остыл, можно снимать. Для этого нам понадобится скребок для желобка. Я предпочитаю снимать сначала желобок, поскольку иногда бывает, что скребок выскакивает из желобка, и поскольку он круглый, может оставлять отметины на скользящей поверхности плоской. Поэтому пока на скользящей поверхности есть парафин, можно спокойно снять скребком для желобка. Обычно это приходится делать несколько проходов, потому что скребок не очень плотно прилегает в желобок, и ну, за один проход не получается полностью снять. Утюгом желобок не греют, да? Нет, утюгом желобок не греют. Обычно его как бы
оставляют без смазки. Хотя есть некоторые, кто считает, что это важно. Можно, можно. Они в конце вот так пройдутся, так ребрышком. Раз. Да. Это можно, но я считаю, что смысла в этом нет. Зачем вот очистить, если его и так без смазки оставляют? Оно затекает, ну да. Когда парафин был жидкий, он здесь достаточно большой слой, он протек в желобок. Скребом с носка к пятке, легким движением снимаю парафин. Идет стружка. А скребок это обычное оргстекло, да? А, да, скребок это обычное оргстекло, в принципе, можно использовать. Ну, машинная заточка. Ну, раньше, вот как, например, в советское время делали просто из оргстекла скребки. Какой угол должен быть непосредственно? Конторезом. Да, здесь. Ну, тут это не так важно. Я даже не знаю, я не задумывался никогда об этом. Примерно вот так вот. 45. Ну, там не 45, может быть, побольше. Опять сугубо индивидуально, но, естественно, не перпендикулярно, да? Потому что вы не сможете снять. Счищаем до тех пор, пока стружка не перестает идти, да. И, ну, визуально смотрим, иногда бывает остается где-то на краях. Аккуратно тоже это счищаем. Особое усердство с скребком не нужно, поскольку потом следующим проходом щеткой это все будет убрано. После скребка используется нейлоновая щетка, жесткая нейлоновая щетка. Она убирает большие излишки парафина, которые не были сняты скребком. Работать щеткой нужно до того, как лыжа станет вся равномерной. То есть вот где не было снято скребком, надо, чтобы добиться равномерной поверхности лыжи. То есть, именно если это разные будут, там LF и сверху будет HF, по примеру, и роторы не перемешаются, не будет этого дополнительного ручной. Нет, дополнительного перемешивания не будет. В любом случае, вы уже ее грели утюгом. Больше вы... Смешение произошло. Уже смешение произошло, оно должно произойти. Каждый слой снимается. Возможно, немного менее тщательно, чем финишный слой, но лучше полностью снимать. После нейлоновой жесткой щетки используется обычно или латунная щетка, или медная щетка, или в некоторых случаях стальная щетка, обычно для более жесткого парафина. Прижим бронзовой щетки сейчас не такой сильный, как при чистке лыжи. Бронзовая, латунная – это одно и то же. Щетка для чистки и депулировки одна и та же? А, да, можно использовать одна и та же. Если вы перфекционист, можете не использовать грязную щетку. Но, кстати, насчет мыть – это не совсем шутка. Да, щетки периодически моются обычной смывкой, поскольку на них оседает парафин и иногда грязный парафин. Поэтому процедура мойки щеток, она не такая уж как бы смешная. Несколько раз проходим до того состояния, когда у вас... уже виден рисунок на лыже, который был изначально, то есть структура лыжи должна быть открыта. В ней не должна оставаться частички парафина. Бронзовая щетка забивается достаточно большим количеством парафина, которое осталось после скребка. Поэтому используется нейлоновая щетка. В принципе, можно использовать сразу бронзовую щетку, но это менее удобно. После бронзовой еще раз, несколько раз проходится неоновой щеткой для полировки верхнего слоя. Можно использовать для этой процедуры, особенно когда это подготовка к гонкам, более тонкую, также неоновую щетку с более мягким волосом и более тонким. Ну, они производители как бы выделяют. Считается, что необходимо чистить от носка к пятке, потому что на лыже присутствует всегда микроворс, так называемый,
На хорошие лыжи его очень мало, но он, тем не менее, присутствует. Он, как бы, мы его пытаемся пригладить в одну сторону, чтобы он не мешал скольжению. Хотя, если лыжа очень качественная, то многие делают и движение во все стороны для более быстрого вычищения. С роторной щеткой тут таких проблем вообще нет, она все время в одну сторону. Общее направление от носка к пятке должно соблюдаться. Этот слой парафина нанесен, лыжа, в принципе, уже готова к тому, чтобы поехать на тренировку. То есть тренировочный вариант, один слой парафина или базовый, или ЛФ нанесен. Ну, естественно, на эту часть лыжи надо также повторить. Эта операция, она идентична и для чистки, и для нанесения парафина. Сейчас эта лыжа была чистая, я ее подготовил для тренировки уже непосредственно. Если бы лыжа была уже катанная после тренировки, то ее нужно было почистить одним из трех способов, которых я рассказал. Но, тем не менее, я ее почистил бронзовой щеткой, поэтому можно считать, что она была чистая. Это что касается подготовки скользящей части. Все другие слои наносятся аналогичным способом. Убавляется парафин, ждете, пока он остынет, и снимаете таким же способом. Ну и что касается подготовки лыж. То есть, если вы лыжи готовите на тренировку, то достаточно вам положить базовый парафин и какой-нибудь уже парафин по погоде. То есть базовый можно заменяться грунтовым парафином, они практически идентичны. Вот, то есть вы положили грунт или базу, и парафин LF или HF, на чем вы будете кататься, да? Можете CH тот же положить, да, по погоде. Идете кататься. Если вы лыжи готовите на гонку, то у вас процедура чуть увеличивается. То есть база, грунт, парафин по погоде и завершающий слой. Порошок, ускоритель. Ну, или если вы, естественно, пользуетесь меньшими количествами парафинов, там, что-то может так же, как и на тренировку готовить, если вы меньше. Я просто полную цепочку. То есть цепочка подготовки на соревнования, она увеличивается 1,5-2 раза. Завершающий слой – это порошок, ускоритель, эмульсия. Значит, я говорил, что если лыжи сделаны порошком, то где-то примерно 50-60 километров, да, работает. Ускорители – это практически тот же порошок, только спрессованный. Да, я вам сейчас покажу. То есть вот порошок он в такой баночке. Баночка стоит порядка там, от 6 до 8 тысяч рублей. Некоторые дампроизводители больше 10 стоят. То есть как золото практически. Вот. Ускоритель – это практически тот же спрессованный порошок. Вот такая вот типа таблеточки. Наносится, ну я так здесь покажу, наносится она вот тонкий-тонкий слой, такой пленочкой, и растирается пробкой. Его, как правило, хватает, ну, если все это вот так подготовлено, ну, на свежий снег до, может, до 5 километров, да? А при агрессивном снеге, ну, километра полтора. Но лыжи у вас будут ехать очень здорово. А скорость вырастает? О! Ну, по моему мнению, это, грубо говоря, если так со старта все срываются, ну, там 1,5-2 километра ты можешь ехать и достаточно спокойно дышать, да? Это сохранит твои силы. Силы, вот. Но, в принципе, если сравнивать просто с тем же парафинами CH, LF или HF, ну, достаточно приличный дает прирост. Вот. Но, естественно, тоже дорогая вещь, быстро сходит. Это даже так он называется ускоритель. Поэтому как бы он работает, сходит, и потом начинает работать порошок. Эмульсия. Ну, эмульсия – это уже практически тот же порошок, да, только находится в каком-то растворителе. Наносится, ну, наносится, грубо говоря, пальцем или там марлей.
Вот. И так чуть-чуть капается. Оп, налил. И вот, грубо говоря, вот размазывается. Растворитель испаряется. Дальше это просто полируется фиберленом, либо марлей, чем-то, ну, стараются нетканым каким-нибудь материалом. Можно, вот и бывают у производителей вот такие, типа фетровых штучек. Вот именно. Эмульсия – это альтернатива порошку, то есть это тот же самый порошок. В растворителе, да. Ну, практически да, там есть какие-то различия в составах, но зачастую бывает, знаете как, очень часто бывает, сталкиваешься с этим, что эмульсии очень бывает сильно собирают грязь. Поэтому, как правило, стараются их достаточно мало использовать в гонках, но очень часто используют на спринтерских дистанциях, когда надо постоянно подготавливать к забегам лыжи, да, то есть они пробегают там полтора километра, полтора круг, и надо тут же подготовить заново лыжи. Да, да, быстрый достаточно можно подготовить заново лыжи. Значит, это Рекс, да, вот я не знаю, к примеру, порошки Свикс, они делаются сейчас в последнее время на итальянской фабрике Метени, химическом предприятии, вот. Значит, там какие-то достаточно такие сложные перфовторлактановые соединения, вот. Ну, стоят очень дорого. По слухам, сырье, опять же, наше. Но это по слухам. Из нашего сырья делают норвежские порошки. Если упростить это фторуглеродное соединение, обычно производители пишут 100% фторуглерод. То есть в отличие от парафинов, в которых, если это фтористые парафины, в них не 100% фторуглерода, а там 30%, если это высокофтористый парафин, до там очень мало, если это ЛФ, там, я не знаю, точные составы, естественно, не раскрываются. То есть у разных брендов количество фтора в парафинах различное. Да, они могут называться одинаково, да, ЛФ-ами, да, но у одного там будет 15%, у другого 30%. А вы сказали, то, что вот парафин, который с фтором, он, ну, его хватает ненадолго. Ну, он по своей структуре очень мягкий. То есть фтор, соединение достаточно мягкое, да? А если вот даже возьмете, ну, вот что он... Этот порошок, вы скажете, что это фторуглеродное соединение? При воздействии утюгом, при обработке утюгом, да, происходит химическая реакция, и она превращается в достаточно такую жесткую, как это сказать-то? Пленку, которая с хорошей износостойкостью. Вот. Она, у нее хорошие грязеотталкивающие свойства появляются. Вот. Другой вопрос, что потом, да, она все равно в конце концов либо чуть-чуть снашивается и набирает грязь, ее достаточно тяжело снимать. Вот. Если порошок становится хлопьями, значит, недостаточная температура утюга. К примеру, если на коробке обозначена температура плавления там 150, к примеру, 150, да? 150 градусов, да? То вы должны сразу вносить поправку, что утюг у вас должен быть нагрет порядка 170-175 градусов. Почему? Потому что тепло, да, на окружающую среду расходится, то есть рассеивание тепла, это раз происходит. Опять же, учитывайте, что температура плавления скользящей поверхности там 137 градусов. То есть вы должны проходить буквально, ну, на лыжу у вас должно уходить порядка 5-6 секунд. То есть не останавливаясь ни на одном месте, потому что при такой температуре у вас очень велик шанс испортить лыжу. Вот. Я вот, к примеру, для работы с порошками в это лето себе соорудил утюг, который работает на температуре 215 градусов. Вот. Потому что такие утюги не делают, да? Вот. Но им уже проще оплавлять, но с ним надо очень аккуратно и очень быстро работать. Да, он оплавляет любой порошок. Но на лыжу 3-4 секунды быстро надо проводить, тогда никаких проблем не будет.
Но опять же, еще неизвестен, сколько потом лыжа прослужит. Сезон, два, три. При работе с высоковтористыми, с порошками, совсем желательно использовать средства защиты, потому что как бы кто бы что бы ни говорил, что там вредные вещества выделяются свыше 300 градусов, да, испарения, все равно пыль, вот эти испарения, значит, подготовив, грубо говоря, порошками три пары лыж, можете гонку не бежать. У вас емкость легких на 10% падает. Я это убедился на себе, когда еще сам бегал. То есть делал себе и 3, и 5 пар лыж. На следующий день выходил. Я бегу. Силы есть, но идешь вот как теплоход в одном темпе. Не ускориться, не прибавить, не убавить. То есть что со мной? И вот в голове, вот как бы голова отключена. То есть многие писали, что на 10% емкость легких сразу падает. Восстанавливается, ну, неделя-две. Вот так. Другой вопрос. Опять, какие последствия для организма? Ну, всякие, многие пишут по-разному. Ну, я думаю, все это выводится, естественно, организму нормально. Вот. Ну, вот такие вот последствия. Опять же, еще небольшой нюансик, да? Вы работаете, к примеру, в маске. Замечательно, да? Но не забывайте, значит, что с голыми руками, да? Знаете, как он выходит в одних трусах, в маске, да, и пошел в сандалии. Но кожа же у нас тоже дышит, правильно? То есть это тоже учитывайте. Желательно, чтобы руки были тоже, ну, какой-нибудь майкой хотя бы закрыты. Фибертекс – это абразивная такая губка производства фирмы SX. Как посуду моют, но еще добавлены абразивные частички. SX рекомендует для обновления лыжи. То есть вы проходите, снимаете микрослой, который уже окислен. Да, и также ворс срезается. Более равномерная лыжа становится микроструктурой. Не такая микро, которая вот здесь вот рисунок идет, а более тонкая микроструктура, более мелкая. Ну, насколько необходимо, правда. Я пробовал, но хуже не стало. Ну, это сложно достаточно заметить. Я плюсов не увидел, плюс обязательно остаются эти самые кусочки абразива на лыжи. Возможно, даже едаются. Очень-очень маленький слой снимается. Если она действительно убита, ее надо или циклевать. Вот был вопрос вначале по циклевке. Циклевка ручная – это снятие очень тонкого слоя скользящей поверхности острым ручным инструментом. То есть, ну, грубо говоря, такая бритва. Но она не тонкая, потому что она будет гнуться, если она будет тонкая. Она такая... Ну, мы не принесли, ну... Да, потому что... Как правило, цикль, она, значит, как используется... Да, она выглядит как поисковый стрелок, да, практически, да. Но сделана из стали и заточена остро. Проводя ею по лыжи, вы снимаете часть пластика. Опять же, естественно, весь старый пластик, который уже несколько окислен, вы снимаете и... Там новый пластик, который вот, можно заново обрабатывать парафинами, он будет лучше его воспринимать. Парафин. Я использую, к примеру, там у меня самодельные такие цикли из фрез, сделанные еще из старых, так и материал там R5, R18, инструментальная сталь. Хорошо затачивается, хорошо режет. Штаншлифтом я, к примеру, занимаюсь уже, наверное, больше 5 лет. Вот, 4 года назад у нас появилась очень хорошая машина, да, итальянская Монтек. До этого там такая старенькая была, Винтерштайгер. Вот. Как бы Винтерштайгер, да, когда был Винтерштайгер, я считаю, циклевкой можно было сделать лучше. Сейчас, когда именно вот такая чудо-машина, я бы даже сказал, потому что действительно обработка очень качественная, что вручную такое не сделаешь. То есть многие говорят, да, остается ворс,
Ну, я бы даже сейчас забил бы пари. То лучше сделать. Принципиальные, при циклевке будет оставаться больше ворса. И у вас будет однотипный рисунок. А машина позволяет делать на разную погоду, на разные условия снега. То есть большие варианты. Да? Опять же, будет очень много зависеть от мастера, да, что в его арсенале есть. Вот. Потому что, опять же, хорошей машине нужны хорошие руки. Порой, вот что я говорил, идет на фабрике заплавление пластика, люди, покупая сразу лыжи, сразу отдают на штайншлиф. Порой бывает, знаете как, даже вот гонщики говорят, вот откатывают они все лыжи, которые у них есть в арсенале, ничего не едет, приезжает там представитель фирмы, да, из коробки достает лыжи, новые лыжи, они едут. Приходят к нам клиенты и говорят, вот, вот мои лыжи, сделайте мне лыжи. Я ему встречный вопрос, я говорю, извините, я не могу вам что-то советовать, потому что лыжи ваши, вы знаете, на какую погоду вам надо, я же этого не могу предположить, да? Я не знаю, на какую погоду они едут. Я не знаю, что вы хотите от своих лыж. Может быть, вы хотите из теплых сделать холодные, может быть, из холодных теплые, да? Может быть, вы хотите, чтобы у вас на свежий снег ехали, может быть, вы хотите на старый снег ехали. А универсальный это бывает? Да, бывает. Как правило, есть универсальный холодный, универсальный теплый штайншлифт. Вот. Естественно, ну, по рисунку, чем теплее, тем штайншлифт, как правило, крупнее. Насечки, они могут быть, значит, насечки могут быть... На всех лыжах обязательно есть эта структура. На этой лыже она очень мелкая, ее не очень хорошо видно, но лыжа гладкая, никогда хорошо не поедет. Насечки могут быть диагональными, елочкой. Перекрестные. Нет крепления, линейные. Но, как правило, потом может быть, опять же, симбиоз, к примеру, линейные с диагональными. То есть различные варианты, и они подразумевают собой порой узкий диапазон работы лыжи. То есть, к примеру, любителям надо, к примеру, чтобы лыжа работала в большом диапазоне. Да? Как правило, любители имеют всего одну пару лыж, и они хотят, чтобы лыжи работали всегда. Да? Это очень сложно. Вот. А профессионалам надо достаточно, там, чтобы лыжи работали в диапазоне 2 градусов. 2, 3, 5. Вот. Поэтому, как бы, вот, пример у нас в сервисе, у меня разработано много, да, рисунков, но основные там, я не помню, 5 или 6 структур, да, то, что именно нацелено на большую клиентскую базу, чтобы люди, знаете, как приходили, вот у меня есть сейчас самый популярный штайншлифт, на 729-й, вот, он, у него диапазон от плюс 2 где-то до минуса 12. Это не значит, что во всем диапазоне вот они супер едут, да? У них есть где-то вот посередине, это вообще идеальные условия. На краях они лучше, чем оценка хорошо едут. То есть как выглядит? Он простая диагональ. Вот вы не поверите. Другой вопрос, очень большое значение имеет наклон, глубина, наклон бороздок. Ну и там много еще всяких нюансов. Как сделана подготовка лыж перед нанесением структуры, это тоже имеет очень большое значение. Процесс, он себя включает сначала выравнивание лыжи. Опять же, даже вот лыжи новые, да, не факт, что вот сейчас снять парафин, ее в машину пустить, она может быть с небольшими изъянами, да. То есть может немножко как пропеллер закручена, может быть где-то ямка, вот. Поэтому сначала лыжа выравнивается, потом еще проходит кое-какую обработку, не буду говорить какую, секрет. Существуют вот так называемые накатки, которые вручную наносятся уже, как правило, даже вот такие машинные структуры отправляют ручными накатками. Вот. Ничего в этом зазорного нет, потому что в
Все стремятся улучшить результат, да. И какими средствами ты улучшишь это, никого не волнует. Если это делает лыжу быстрее, то надо делать так. Вот и все. И последним делайте накатку. Просто я прохожу накаткой, получается, она выдавливает парафин. Да. Прочищаете потом щеткой и все. Можете дальше потом фетром заполировать. Раньше, да, сначала считалось, что надо сделать накатку, потом наложить парафин. Вот, и типа все нормально. Но, как правило, стараются пользоваться выдавливающими, которые выдавливают, да, не режут, а выдавливают структуру. И когда, что происходит? Выдавливаете, вы, то есть деформируется пластик, он вот был ровный, да, вы выдавили, у вас вот такие вот, как бы, получилась структура, если вы смотрите. При нагревании что происходит? Пластик, он принимает обратно свою форму. То есть у вас она становится не такая, а вот такая, может, ну, волна более ровная, практически прямой становится. Вот. Потом, опять же, я по некоторым видео подсмотрел, как делают норвежцы. Норвежцы делают это в заключении, в самой заключительной фазе. Так а сколько живет такая накатка? Накатка? Ну и которая выдавливается, она получается на, практически на один раз. Если, как говорится, она достаточно качественно сделана, ну, на 2-3 раза. Машина, естественно, вот это нанесение структуры, она может жить, опять же, в зависимости от того, какими вы парафинами обрабатывали, как вы обрабатывали. Сезон, два. Чем ниже температура, чем больше мороз, тем, как правило, пользуются мелкими накатками, мелкими структурами, потому что, как правило, это не нужно. Большой мороз. Стараются практически на гладких лыжах. В свое время вот мы ездили на Кубок Урала, на соревнования, да, и там один, как бы, неприятель, друг, сломал лыжу, получилось на гонке. Когда я взял, там было вообще, ну, такого я не видел. Там лыжа была, ну, гладкая, не гладкая, а как бы сверху даже чуть ли не заплавлена парафином, как-то вот сделано, я даже не знаю, как это так сделали. То есть она как будто вот лаком покрыта сверху. Лыжи ехали здорово. А, как правило, вот Кубок Урала раньше проводился там температура там минус 19, минус 20, очень холодно. То есть это Екатеринбург, там пригород, пригород, грубо говоря. Что есть быстрее? Лыжи с неправильной структурой, но с правильным парафином, или с правильной структурой, но с парафином не свободен? Так, еще раз. Не-не-не, на этот вопрос ответ только один. То, что едет быстрее, то едет быстрее. Потому что если как бы абстрактный вопрос, ответа не имеет. На самом деле такой, значимость чего больше, профиля или структуры? Структура не панацея, я так скажу. Значит, очень многое зависит, во-первых, от подбора лыж, как вы подобрали лыжи, что правильно по весу. Вот. Структура должна, что заключается в структуре, чтобы она была качественная. Не было большого ворса, это во-первых, да, не было никаких дефектов, вот. И очень, я считаю, все-таки большое значение имеет парафин. Что вы нанесли? Конечный слой. Бывает и теплая структура, если вы так хорошо подготовили лыжи, она может ехать в мороз. Был вопрос, на который я не успел ответить. Почему иногда парафин становится черным при снятии? Это может быть несколько вариантов. Первый нормальный вариант. Лыжа была очень грязная, парафин с себя эту грязь вобрал, вы его счистили. Это нормальный вариант. Второй вариант плохой. Это вы слишком давите на скребок, у вас он очень острый, вы срезаете часть структуры с парафина, то есть практически производите циклевку, которую вам делать не нужно. А третий вариант редкий, если лыжа у вас после обработки, машинной обработки или циклевки, на ней остаются частички скользящей поверхности, парафин все вбирает, опять же он становится черным. Вот это вот три основных варианта, возможно какие-то есть специальные варианты, но это уже аномалия. Накатку видно обязательно. После нанесения ее очень хорошо видно. Ее видно и после того, как вы уже несколько раз обработаете парафином, но ее глубина
меньше, хотя ее и видно, и можно ее в расчет не принимать уже. После нескольких обработок парафином утюгом. Тём, покажи, как мазь накладывает. Да, сейчас еще один практический, практическая демонстрация, как накладывается мазь держания на классические лыжи. Во-первых, надо, первое, что надо определить, это какая у вас будет длина колодки. Для этого есть простой тест. Вы встаете на обе лыжи, и ассистент проводит листочком под колодкой лыжи. Там, где листок останавливается, то есть у вас лыжа... Главное условие, что поверхность, на которой вы ставите лыжи, должна быть ровная. Иначе тест будет некорректен. Ну и, естественно, она должна быть чистая, чтобы не повредить лыжу. И лыжа должна быть без парафина. Вроде все условия назвал. Проводится листочком, где листочек останавливается, примерно 1,5-2 см отступается от этого места. Это будет колодка для твердых мазей. Отступается в сторону центра, да, назад. С одной и другой стороны. Это будет колодка для твердых мазей на погоду там, от минус 2 и холоднее. Еще чуть-чуть меньше будет колодка для жидких мазей, клистеров, которые наносятся более толстым слоем. После того, как длина колодки у вас определена, она подготавливается наждачной бумагой. Новые лыжи также при снятии... Старые лыжи тоже подновляются также. При снятии мази эти скребком эти бороздки также приходят в негодность, их периодически надо подновлять. А наносится крест-накрест примерно под 45 градусов к оси лыжи. Важно сильно не нажимать и не сделать зарубок на конте лыжи, потому что они влияют на скольжение. При поворотах вы все равно коньковое движение делаете. На коньке не должно быть зарубок. Достаточно легко это проходится, то есть тут не нужна какая-то жесткая... Ну ты оторви поменьше кусочек, ты прям... Шкурка сейчас у меня в руке 400, может использоваться вплоть до 200 и даже до 100 зерно. Чем больше слой мази будет, тем можно грубее шкурку использовать. Это, то есть, эти все бороздки будут полностью скрыты под слоем мази. Естественно, полностью обрабатывается колодка сначала в одном направлении, потом в другом направлении. Здесь колодка уже обработана, поэтому я не буду полностью проходить всю колодку шкуркой. Чтобы мазь лучше держалась на лыже. Мазь держания выглядит или вот так вот. Это баночка, у которой отрываются... То есть она, это алюминиевая баночка, в которой мазь содержится. Для ее нанесения отрывается часть баночки, где-то 5 мм, и наносится. Также существуют варианты жидких мазей. Они выпускаются в виде тюбиков. Используются на сложные условия обычно. Это плюс, мокрая лыжня или очень агрессивная лыжня, то есть лед, жесткий снег, старый такой вот. Весной очень часто бывает такой снег. В эти выходные был агрессивный снег до того, как выпал свежий. В этих условиях используются только жидкие мази. Ну, так как красная мазь нужна была в эти выходные. Мази, так же как и парафины, делятся на грунтовые, базовые и погодные. Вначале обычно наносится базовая мазь, как в случае с жидкими мазями, так и в случае с твердыми мазями. Она вот такая вот такая липкая и вязкая для того, чтобы как раз лучше удерживаться на лыже. Ну, мы ее можем не наносить. Я немножко объясню. Она достаточно тяжело кладется, да, и мы как бы взяли с собой всего один утюг.
Вот. Ее, естественно, потом стараются разгладить утюгом. Вот. Она практически вот как резиновая, да. Ее то есть ее оплавляешь, она вот такая у нее вязкая структура. Вот. И она, вот эту мазь, как правило, кладут очень тонким слоем. При всем вот этом липкости и то, что она хорошо прилипает и держится, да, ну, все-таки скольжения у нее недостаточно. Поэтому и все стараются такие мази класть очень тонким слоем. Но поскольку мазь держания, хотя она в идеале не должна прижиматься в фазе скольжения к снегу, добиться этого невозможно, иначе вы тогда не сможете ее прижать во время отталкивания. И все равно мази держания также подразделяются на более скользкие мази и те, которые лучше держатся. В данном случае, да, вот мы еще не затрагивали эту тему мази, да. Мази тоже бывают простыми и фторовыми. У них, как правило, ну, фторовыми они могут с большим содержанием фтора, с маленьким содержанием фтора. Вот некоторые производители, да, вот, ну, назову один бренд, в Аухте, да, у них была мази такая GF, фторовая. Они выпустили с более высоким содержанием фтора, с индексом K. Ну, естественно, мазь хорошая, да, но держать она стала хуже. То есть даже многие, как говорится, профессиональные спортсмены стараются даже пользоваться обычными мазями, потому что они держат лучше. И весь класс именно в классических ходах, да, у вас будет заключаться даже не в том, как вы напрофините лыжу, да, а в том, как вы подберете мазь держания. То есть как она у вас будет работать. То есть она у вас должна хорошо скользить и хорошо держать. Вот. Это при условии, что правильно отмечена колодка. Потому что не будет она у вас держать, ну, напляшетесь все, измучаетесь. И в лучшем случае дойдете до финиша, да? Не будет она скользить, да. Все будет замечательно, но вы не получите удовольствия от гонки, потому что вы будете все проигрывать со спусков. Вот, поэтому это, опять же, по крайней мере, я свое сейчас мнение, что в классических ходах очень большое значение имеет, как вы выберете мазь. Вопрос, можно, извините, а вот на тюбке, да, указана температура, это воздуха? Или... значит, многие производители указывают температуру воздуха, да, к примеру, бренд Тока указывает температуру снега. То есть, да, то есть, сами понимаете, если указано там плюс 5, минус 5, то есть это никак не температура снега. Ну, это чисто визуально можно определить, потому что, ну, снег не бывает положительным, сами понимаете, да? По умолчанию указывается температура воздуха, если указывается температура снега, то это обязательно написано рядом. Опять же, многие производители указывают на какой снег, на свежий снег. Как правило, температура будет, сейчас сориентируюсь, значит, на свежий снег она должна быть более жесткой мази. То есть мазь будет использоваться более морозной. Одна и та же мазь. Да, то есть может по-разному использоваться. И опять же, очень большое значение имеет, мало того, что там написано, вы пользуетесь мазью, да, вы составляете для себя какое-то вот представление. Вот я раньше вел тетрадку, да, записывал условия такие-то, влажность такая-то, снег такой-то, да, мазь такая-то, 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 едет, проскальзывает, чтобы мне было потом легче ориентироваться в этом. Вот. То есть... Знаете, какой вопрос? Существуют ли такие жидкости, которые препятствуют налипанию снега сверху на лыжу? Элементарно. Как? Вы можете купить любую эмульсию и просто протереть лыжи, и все. Вот я, к примеру, пользуюсь, у меня, наверное, уже лет 10 осталось такие от нашего парафина Z-эмульсии. Я просто протираю сверху лыжи, и все. Она будет налипать все равно, но минимально.
Ну, другой вопрос. Можно же чем-то воспользоваться там другим, я даже не знаю, может быть. Вот это, да, 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 да. Потому что, к примеру, вчера мы катались, у нас лыжи просто были похожи, знаете, на такие колодки. И их стряхиваешь, они не слетают просто. Силиконовые смазки помогают это, с этим бороться. Это один вариант. Автомобильные можно, если об этом вопрос, я не услышал, к сожалению, вопрос. Вот. Солярка – это не экологично, лучше не пользоваться. Также можно использовать мази быстрого нанесения. Мы их не касались. У тебя нету? Нету. Это FC-серия, если F4 серия, если это фирмы SX, они бывают с таким аппликатором. Также можно применять, ну, в принципе, практически любую жидкую смазку можно применять сверху лыжи. Наиболее хорошо, конечно, эмульсия работает, она лучше имеет отталкивание воды, гидрофобные свойства лучше всего. Ну, опять же, вот что я рассказывал, можно даже просто протереть соляркой. Да. Вот именно в таких условиях, вот теплых, у вас ничего не будет прилипать. Причем, как бы она не рабочая поверхность, я думаю, километров 20-30 точно ничего не прилипнет. Но пахнуть будет. Представляете, да? Давайте вернемся. Базовая мазь обычно наносится утюгом. После этого она остужается обычно даже уже на улице, потому что в комнатной температуре, вот мы ее открывали, она очень вязкая, можно еще раз ее открыть. Можно, кто хочет посмотреть, она действительно очень вязкая, и при комнатной температуре на нее сложно нанести уже основную смазку. Поэтому лыжи часто после вот этого базового слоя остужаются. Также такой прием применяется, когда вы не хотите смешивать слои, например, жидкой мази. Можно лыжи вынести на улицу, подождать, пока они остынут, мазь у вас застывает, вы наносите следующий слой, уже не перемешивая его. Базовую технику нанесения мази показывать? Да. Она натирается на лыжу отдельно на каждую поверхность ровно по край колодки, который у вас отмечен. Или чуть поменьше. Или даже чуть поменьше, да, если не уверен. Стараются наносить максимально тонким слоем, потому что тонкий слой будет лучше работать, несколько тонких слоев, чем один толстый. Он быстрее сходит. И вот Юрий уже коснулся вопроса в том, что добиться хорошего удержания и одновременно хорошего скольжения очень сложно. Более тонкими слоями вы можете аккуратнее наносить, то есть можете нанести, попробовать, еще раз нанести. Если вы большой слой сразу нанесете, вам придется его уже снимать. Это очень долго и достаточно трудоемко. Не успеете уже к старту. Ну, вопрос такой. Три тонких или один толстый? Вот. Да, за один раз вы наложите, намажете очень быстро, да, но вы не сможете его качественно растереть. Он будет комковатый, он будет цеплять. Сейчас Артем покажет. Лучше накладывать три тонких слоя, их каждый слой растирается. Вот. Получается достаточно ровно и эффективно. Я сейчас нанес мазь. Она вот такими, как бы я ни старался, она наносится кусочками. После я буду так растирать, так удобнее. После того, как вы нанесли мазь, вы ее специальной пробкой синтетической растираете до состояния ровного слоя. Также можно и грунт наносить, но грунт так очень сложно нанести. Старайтесь при растирании добиться, чтобы у вас мазь была максимально равномерно распределена по зоне держания. Вот сейчас я... Ну, практически не видно, но тонкий, ровный слой. Ее не видно, потому что она нанесена уже ровным слоем. Так происходит с каждым слоем при нанесении. Да, каждый слой растирается. Все, слои зависят от
длины гонки, как правило. К примеру, на марафон бывает кладут 6 слоев. 6? Да, 6 тонких слоев. Но там уже кладется, знаете, вот даже Артем сейчас положил, это достаточно толсто. Я достаточно толсто положил. Бывает паутинкой вообще кладут. То есть вот так раз правил, два правил, раз гладил. Раз правил, два правил, раз гладил. И мази, да, порой бывают, примерно на марафоны, их до трех типов разных мази по температуре. Вот. Опять же, все зависит, в какой температуре начало гонки, в какой температуре конец гонки. Бывает, знаете, начинается гонка при температуре там минус, заканчивается плюс. Вот это самые сложные условия, да? Почему сложные? Потому что намазаться очень сложно. А на сколько хватает в километрах вот одной смазки? Вот такой, допустим? Одного слоя? Тут еще, еще больше факторов влияет. Да, здесь опять же тоже от типа снега очень много зависит. До минус 5 где-то? От 0 до минус 5 очень много температуры. Вот от минус 5 до минус 15 немного температуры. Это практически одни условия, если мы берем тип снега. А вот от 0 до минус 5 там больше изменений условий. Поэтому именно вот Юрий сказал, что если на старте минус, а в конце плюс, даже если это там минус один и плюс один, это уже достаточно сильно изменяющиеся условия. Поэтому вот из-за сложности смазки и надержания классика немножечко как бы теряет популярность именно из-за сложности подготовки. Нет, на пробке остается незначительный слой. Вот эта вот старая уже затертая пробка, на ней есть слой всех мазей, да. Она не, ну, тут настолько незначительно, что это не влияет, не учитывается. Ну, сейчас вам покажут, это снимается смывкой. Сначала скребком, потом смывкой. Да, я видел в магазине для классики такие с насечками. Да, со степом, так называемые лыжи, значит, сейчас, секундочку, отвечу, значит, ну, это для самого, наверное, первой ступени любительского катания, да, когда люди просто выйти погулять, ну, детям маленьким. Бывает, насечка подмерзает просто, она как бы, да, не надо лыжи мазать. Важный момент по слоям мази, неочевидный начинающим. Обычно кладется минимум два слоя, не считая базового. Базовый не всегда используется. Если снег свежий и достаточно мягкий, нет необходимости в базовом слое. Вниз кладется немного более теплая мазь, чем условия сейчас на улице. А сверху уже по погоде. Это дает достаточно и хорошее держание, и хорошее скольжение. То есть у вас скользит в основном верхний слой, а в держании участвуют и более нижние слои. Это базовый навык. Насчет ленты держания, достаточно популярная вещь. Качество подготовки ей не такое, как хорошо подготовленное мазями держание, но, тем не менее, часто бывает лучше, чем плохо подготовленное мазями держание, если неопытный человек подготавливает. Она выпускается, можно сказать, в виде двухстороннего скотча. Она двух видов выпускается. Вот это холодная, а есть еще красного цвета, она на теплую погоду. Не совсем так. Она... Это считается спорт, у нее диапазон минус 1, минус 20. Видите, очень широкий диапазон. Одинаково хорошо она в этом во всем этом диапазоне не может работать. В красной ленте диапазон еще шире, плюс 5, минус 20. Соответственно, как-то она работает и в плюс 5, но хорошего держания и скольжения во всем диапазоне она не может обеспечить, безусловно. Наносится она просто, поэтому она получила довольно большое распространение. Как я уже сказал, по принципу двухстороннего скотча. Есть ножницы? Сейчас тем ножницы. На, держи. Можешь прям поверх наклеить кусочек. Ну, да. Вот еще один нюанс. Вы намазали лыжу, к примеру, да? Вот все по погоде, все правильно сделали. Пошли пробовать.
вас не держит. Не спешите сразу перемазываться, потому что порой вы выносите из тепла лыжу, да, она должна немножечко остыть, и пока она остывает, на ней образуется как бы такая тонкая-тонкая пленка инея. Покатайтесь минут 5-10, у вас должна лыжа именно принять температуру, грубо говоря, снега, да, у вас сотрется вот этот тонкий слой инея, и очень вероятно, что как раз мазь начнет работать. То есть мазь надо 1,5-2 километра как бы раскатать. То есть не спешите сразу перемазаться, а вот бывает, знаете, как намазали, вышли, 100 метров проехали, не держит. Не надо, не спешите. Вот немножечко проехать, хотя бы 1-1,5 километра, и мазь может начать работать. Это более вероятно, если вы все правильно сделали. А что есть перемазание, нанесение конечного слоя в этого? Что-что? Ну, последний слой, что он перемазывать, что это значит? Как это объяснить? Мазь подснимают скребком, естественно, да, и кладут либо другую мазь. Ну, как правило, лыжи не держат, мажут более теплую мазь, кладут. Вот. Но порой бывает, лыжи не катят. Тогда старается, это в очень большой мороз бывает, мазь так называемо тупит. Лыжи тупить начинает. Вот, перемазываются более холодными слоями или же подснимают немножечко спереди и сзади, уменьшают колодку, зону держания. Вот, но это уже такие достаточно профессиональные нюансы. А шкуркой каждый раз обрабатываете? Ну, если вы один раз нанесли достаточно, то она может достаточно долго вот это зашкуривание у вас оставаться. А как вот выглядит сама зашкуривание? Ну, вот она такая матовая. Вот видите? А вот это? Да. Но здесь достаточно тонко сделано, это достаточно тонко. Она может гораздо грубее быть. Можно гораздо грубее. Что я сейчас сделал? Я наклеил ленту на одну сторону. Клеится, естественно, на обе стороны по длине колодки. Она клеится на голые лыжи, зашкуренные обязательно. Поскольку вот сейчас я ее, и лучше обезжиренные, да, сейчас я ее пытаюсь приклеить уже на слой мази, она у меня не клеится. Ну, нам не кататься, сейчас просто демонстрация. Потом я ее пригладил той же самой катушкой с ней, разгладил ее, чтобы она приклеилась лучше. И можно снимать вот эту защитную бумагу. Слой этой ленты должен остаться на лыже, но поскольку лыжа у нас уже подготовлена в мази держания, она не хочет оставаться. Это делается без всяких мазей. Да, эта лента делается без всяких мазей. Это заместо мази. Вместо мази. Универсальный такой вариант. Да. Тогда-то лучше клистер или скотч? Я не уверен, что вот этот скотч будет держать так же, как клистер. Не уверен. Нет, лента никогда, ну, сейчас она, к сожалению, не приклеилась. Ну, нет, ну, вот слоями как бы вылегла. Да, частично она легла. Она должна лечь ровным слоем. У меня вот это получилось на очень небольшом участке лыжи, поскольку нарушена технология нанесения. Когда наносится на чистую лыжу, никаких проблем не возникает. Она хорошо прилипает и держится. Но качество держания и скольжения, как подготовленное правильно мазями, она не обеспечивает. С ней ничего не делается, вот как слой остался, сразу идете ехать. Она достаточно липкая, примерно как базовая мазь грунтовая, поэтому ее надо немножечко остудить перед тем, как ехать. То есть, если вы вышли из теплого помещения и сразу встали на снег, она слишком будет мягкой и может сразу слететь. Вы покатались, потом вот эту штучку не выбрасываете, можете обратно потом, если погода была недостаточно грязной, то есть снег чистый, да, можете обратно наклеить и ленту использовать во второй раз. То есть она как бы многоразового использования. То есть вы это обратно наклеиваете, заклеиваете и идете. Надолго, порядка до 150 километров, в зависимости от... Одного слоя?
Одного раза нанесения, да. Ну, а если она будет собирать грязь, естественно, надо лыжи чистить и все обновлять. Она держит и катит? То есть... Она держит, но не катит в основном. Вот так вот. Ну, это профессиональная точка зрения, вы учитываете. Может быть, для большинства это будет достаточно приемлемый вариант. Насечник, получается, держит? А, чуть лучше, чем насечник. Зачем лентка, если... Вы знаете, у нас есть ветеран работы, это вот у него есть... Лыжи с насечкой. Он очень доволен ими. А сейчас у Fisher есть лыжи с каким-то этим мягкой... Да. Они сейчас презентовали. Типа скинбека. Она с базовой мазь проходит. Вот. Да. Потом погодная и протирается. Да. Я не знаю. Несколько слоев погодной мази стирается. Мое мнение. Ну, для широкого клуба, да, любителей это достаточно приличная вещь. Да, не надо мазать. Опять же... Продаются запасные эти вот эти наклейки. Они нагреваются утюгом, снимаются, наклеиваются новые. Можно показать еще, как наносится? Ну, мы покажем, как жидкую мазь наносится, и на этом, я думаю... И как снять потом? Ну, естественно, все это будем снимать. Поверх ленты ничего не используется. Обычная мазь иногда разравнивается утюгом, но... Обычно это используется только для базового слоя и редко для жидких. Это уже... Вот неправильно. Нет, километраж не изменится. Она ее проще равномерно нанести, но все слои при нанесении утюгом обязательно перемешиваются. Соответственно, если вам нужно не перемешивать слои, то утюг не должен использоваться. Если у вас задача именно перемешать слои, иногда такое бывает, вы используете утюг. Это два разных способа. Давай, наверное, не синий. Фиолетовый. Вот синий как раз, вот почему я попросил не синий. Синий клистер используется на лед обычно, практически на голый. Также используется как база. Он очень жесткий из жидких мазей. На морозе он застывает практически в очень твердую субстанцию. Поэтому его растереть пробкой практически невозможно, и его вычно как раз утюгом. Вот аналог еще существует Свикс KX20 тоже базовый, да? Вот они теперь его называют база, но раньше это на такое агрессивные условия, когда, знаете, после оттепели даже вот минус 5 сразу после 0 градусов лед ничего не держит. И, к примеру, любую мазь, которую вы положите, твердо бесполезно класть, надо класть жидкую. Любая мазь будет у вас сходить там за 5 километров. Вот под низ кладется базовая мазь. Клистер наносится вот такими вот елочками. Обычно клистер наносится более толсто, чем мазь твердая. И растирается также пробкой. Лучше использовать пробку для жидких мазей отдельно. Можно пальцем? Можно размазывать пальцем, можно размазывать скребком. Если это нанесение в условиях комнатных, когда она достаточно текущая. Если это вы наносите в условиях уже на старт непосредственно, мазь холодная, ее нужно тереть, чтобы разогреть и чтобы она равномерно распределилась по лыжи. Фирма Swix в своих рекомендациях рекомендует использовать именно скребок, да. Вот такой вот скребок, как раз фирмы Swix, кладется в каждую упаковку. Уже не кладется. Уже не кладется? Раньше был. Вот. У него есть скошенный край, не знаю, видно ли здесь, которым как раз можно размазать аккуратно слой. В несколько проходов, потому что я здесь достаточно тонкий слой для клистера положил. Вот. Также добиваются, естественно, равномерного распределения мази. Ну, здесь слой достаточно тонкий, но я его практически полностью распределил по лыжи.
Обычно, еще раз повторюсь, клистер наносится более толстым слоем, и так его размазывать не нужно. Теперь перейдем к вопросу, как же все это удалить с лыжи, поскольку погода достаточно часто меняется. Что? Порошок держания. Порошкового держания не существует. Порошок в ауте. Порошок. Это присыпка на, опять же, на определенные условия, чтобы лыжа лучше скользила. Он, как правило, с содержанием фтора, да, и, к примеру, у профессионалов такие возникают проблемы. Вот именно в таких вот условиях, да, чтобы мазь работала лучше, добавляют. Вот в Аухте просто многие производители делают мази со фтором, да, вот. А в Аухте они как бы пошли больше. Раньше как бы брали даже простой порошок, да, и посыпали сверху мазь. Это вот в таких проблемных условиях. Вот. Ну, в Аухте, да, они сделали вот порошок для мази именно. Ну, я не знаю, вам это понадобится, не понадобится. Вот. Потому что он достаточно, опять же, дорогая штука и достаточно такая узкоспециальная. Ну, она практически размазана, я говорю, она должна быть ровно размазана. Да, вот, вот этих вот залысин на лыжи не должно быть, она должна быть ровно условной. Да, да, так остается. Больше всего. Ну что, снимаем? Да, снимаем. Сначала снимается все это скребком, тем же, которым наносится мазь обычно. Снимается с двух сторон, сгоняется в центр. Сейчас вот. Если мягкая мазь, так проблематично. Если мягкая мазь, она так не проходит. Есть действенный прием. Кладется туалетная бумага на слой мази. Хорошенько прихлопывается, можно даже не горячим утюжком пройтись. Большая часть, если у вас большой слой, лучше два слоя туалетную бумагу положить. Она у вас на туалетную бумагу садится, мазь, и вы ее опять скребком удаляете. Это первый этап удаления мази. Вы ее скребком сгоняете к центру. То, что снялось, вы на тряпочку какую-то. Сейчас, в данном случае, я использую специальную нетканый материал от фирмы Start. По максимуму удаляете скребком. Это относится также и к твердой мази, и к жидкой. С жидкой, естественно, такой номер проходит сложно. Она скатывается валиком и на скребке не остается. А к ленте это тоже относится? К ленте это тоже относится. Вот сейчас я также удаляю и ленту. По своей сути это та же жидкая мазь, только немножечко гуще нанесенная на ленту. Ну, большую часть мази я скребком удалил. После этого применяется смывка для мазедержания. Дай мне новую салфеточку. Тем, опять же, раньше вот я читал, парафином горячим можно мазь снимать. Горячим никогда не делал. Это старые времена. Ну да, я по ним учился. Зачем тратить парафин и столько усилий, если есть смывка? Была теория, что и колодку нельзя сушить, как я вот говорил про неприменимость простой смывки на скользящих концах. Так была теория и что не нужно применять смывку на колодке. И использовали парафин, то есть наносили парафин, часть его вбирала вся мазь, удалялась скребком, и потом тряпкой без смывки терли, пока все это, вся мазь не войдет в тряпку. Но это бесполезно и очень долго. Легче использовать смывку. Смывка наносится на тряпку, и вы стираете мазь с лыжи. Смывка растворяет мазь, а не уничтожает. Поэтому тряпку надо крутить. Вот. Мазь осталась у меня на тряпке. Если
если погода не меняется, то можно оставить мазь между тренировками? В принципе, можно, да, но, как правило, даже с тем же парафином происходит что на следующий день, да? Происходят какие-то окислительные процессы, да? Опять же, химический состав немного меняется, поэтому почему, ну, даже, почему да, порой просто подснять и положить на тренировку другой слой мази. То есть лыжа от этого не борется, что на ней мазь вся остается? Нет, нет. Но не оставлять ее на лето или на год, а то вот нам приносят в сервис. То есть год простояла лыжа, и мазь превращается в такую корку, которую невозможно снять. Так она же сползает еще. Ну, бывает не сползает, а просто засыхает. Вот был недавно человек, он просто принес лыжи, да, он сверху закрыл ее жидкой. Я, ну, приняли в сервис лыжи. А когда начали снимать, она не снимается. А там под низом жидкой такой слой, корка старая еще, в годичной мази. Нормально. Важный момент. Я вот сейчас пытаюсь по максимуму не залезать на скользящую поверхность. То есть мазь нельзя размазывать вот таким вот движением по лыже. Потому что она не полностью уходит в тряпку, а растворяясь, может мигрировать по лыже, если вы тряпкой туда-сюда возите. Поэтому при приближении к скользящим поверхностям, к концу колодки, то есть движения становятся более мелкими, и вы именно вот только край колодки прочищаете. Также обычно мазь при катании попадает на боковины. Соответственно, они также обязательно протираются смывкой во время чистки. Смывка также растворяет и парафин, во время подготовки и парафин попадает на боковины, он там не нужен, поэтому тоже это все смывкой можно протереть. Так же, как, кстати, и скребки, и все остальное. А то, что вот она такая сухая становится поверхность после смывки, ничего страшного, мы оставляем. Для колодки нет. Для колодки, да. Для колодки нет, потому что это у вас зона держания. Скольжение как бы там не столь важно. Скольжение мази на этой зоне будет важно. Но не как, в каком состоянии эта зона. На лето? На лето то, что показывали в самом начале, то есть вы закрываете, да, если коньковые лыжи, вы заплавляете ее полностью, консервируете, да, чтобы не сохло. Вы консервируете. А на лето так и остается. Да, да. Да, да. Колодку почистить. Почистить, и мыски пятки вы парафините, колодка остается голой. Если же вы лыжи используете для даблполинга, естественно, вы парафините полностью лыжи. Вот еще. Когда мягкие условия, то есть мягкий снег, используются, как правило, классические лыжи. Если лед и очень жестко, то используются коньковые. Но опять же, это все сугубо индивидуально. К примеру, тот же Элиасон, он везде, я смотрю, пользуется классическими лыжами и классическими ботинками. Выбираются чуть выше палки, чем для классического хода, и идут одновременными шагами всю дистанцию. Современные – это, опять же, сугубо индивидуальное. Я считаю, очень сильно зависит от вашего строения. У одного, знаете, как длинная шея, длинные руки, да? Вот, как бы я считаю, что подбор вот как раньше, да, по плечу там или по подмышку немножечко неправильно, да? Вот. Вот у меня 171 рост, у меня коньковые палки 156, а классические 142. Вот. Для дабла у меня 151. Для чего? Для дабл-полинга. Ну, то есть одновременных ходов классическими. Юра, можно последний вопрос такой практический? Вот специально лыжи принес, вот девушке одна лыжа. Да. Вот вы как сервисмена скажите, что ей надо делать с лыжами? Что ей надо сделать с лыжами? Вот я, если всем видно, ну, вы знаете, просто готовить и парафинить лыжи. Вот. Как часто?
Ну, часто, кстати, она, я думаю, эти лыжи, вот на них катались, их готовили. Я думаю, она их и готовит, потому что они в достаточно нормальном состоянии. Да, царапинки вот от гравия остались, может быть, даже, я даже сказал, это не здесь катался, а где-нибудь за рубежом. Ир, это твои лыжи. Потому что, как правило, вот такие царапинки вот такого характера, это вот за рубежом очень часто сыпят именно гравийную крошку, она попадает на лыжню. У нас, если есть, то, знаете, как от пробок бутылок, вот так. Все. Сносят конкретно. Или на асфальт, а? Царапины? Ну, если очень большие, крупные, то приходится порой, да, ремонтным пластиком. Я стараюсь объяснять людям, да, вот люди приходят, сильно царапанные лыжи, к примеру, да, если вы будете на них кататься, ну, я не считаю правильно заплавлять их, потому что ремонтный пластик по своему составу очень сильно отличается вот, от скользящей поверхности, да. Естественно, по скользящим свойствам он гораздо хуже. Вот. Если вы будете на них бегать, просто постараться загладить их, может быть, отшлифовать, может быть, подциклевать, да. Если царапины продольные, ничего страшного в этом нет. Если они поперечные, вот постараться их загладить и продолжать бегать. Если вы будете их там кому-то продавать, дарить, да, надо ремонтировать. Или вы хотите, чтобы у них был такой опрятный вид. Вот вы педант, вы хотите, чтобы у меня было все красиво. Вот. Главное, чтобы работали. Вот это самое главное, да, лыж. Чтобы главное, чтобы они ехали. Обработки, конечно, идеально на каждую тренировку. Как раз тренировка порядка там, 20-30 километров. Но здесь видно, что лыжи готовились. В принципе, да, вот есть небольшие белесости, но это вот при таком агрессивном снегу, это после каждого катания на большинстве лыж будет возникать вот такие гадости. А так, в принципе, лыжи ухоженные, нормальные. А лето можно на балконе? Значит, лыжи хранить желательно в связанном состоянии, да, подальше от нагревательных приборов, от тепла, от солнечных лучей, потому что, значит, лыжи, как она клеится из нескольких слоев, да, скользящая поверхность, потом подложка, там какой-то наполнитель идет, там сотовый, пенопласт, то есть акриловый, и сверху коробка, да, как правило. Клеится эпоксидными смолами, там определенные составы. От нагревания... Чтобы в чехле на балконе можно поставить. Ну, если нормально, там не жара 30 градусов, то нормально будет, ничего страшного. Ну, нежелательно. Лыжи нежелательно хранить, желательно хранить при комнатной температуре. Комнатная температура у нас сколько? 20-25 градусов. Все, даже 20 это будет холодно, правильно? Вот, 25 жарко, то есть в районе вот такой температуры. Потому что бывало даже... Лыжные палки, лыжи оставляли возле батарей, не на батарее, возле батареи. Происходило, лыжа вот так закручивалась, палки сгибались, то есть была прямая палка. Потому что все современные материалы, они сейчас на основе клеятся эпоксидных смол. При нагревании все деформируется. То есть никакой карбон не поможет, потому что основа все равно эпоксидка клеится. Смолой, не эпоксидкой, я так образно выражаюсь, да, а именно составы из эпоксидных смол. У вас отклеилось в сервисе, возможно, даже вот когда вот так делают лыжу, да, вот она соскальзывает, получается просто расслоение. Они содрали вам вот это и все. Просто вот этой же эпоксидкой намазать, зажать. Сервис надо, да, сдать? Да, ну, которые этим занимаются. Но опять же, кто сколько запросит? Копеечная вообще-то работа, вы можете сделать это сам. Ну что, друзья, давайте последний вопрос заключить. Да, вот условия применения или частота применения графита. Хорошо. Графит, как правило, применяется на этапе грунтовки, бывает лыж, да, и при достаточно агрессивных условиях низкой влажности. Статическое напряжение вы будете снимать, как если правильно, медной щеткой. Вот, а не этим графитом. Статическое напряжение он будет снимать, значит, когда вы сделаете, грубо говоря, слой графита, да, потом парафин, и у вас при трении о снег будет возникать статическое напряжение. И вот этот
тончайший слой графитового профина по теории снимает статическое напряжение с лыжи. Я, к примеру, использую только при низкой влажности, это вот, к примеру, весенняя погода, да? Вот вроде все тает, но температура воздуха, к примеру, плюс 5, плюс 10 градусов, да? Но влажность, вот если любым гигрометром померите, она будет там порядка 30%. В этих случаях снег, он кристаллизуется, достаточно агрессивный, крупный такой. Да, 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 да. И вот всегда хорошо там с графитом, с молибденом нижний слой класть. Вот. Либо очень холодные условия, ниже 15 градусов. Вот мне очень нравится вариант ниже 15 градусов, московская погода, солнце, мороз такой конкретный, да, жесткая лыжня. Вы кладете, вот сразу вариант вам говорю, СЖЖ простой такой, он тоже тугоплавкий, и вот этот парафин. И лыжи у вас вот обязательно, чтобы солнце было, будут ехать выше, чем на 5 баллов. Все, все дешево и сердито, и очень замечательно. То есть большой мороз, это тоже очень графит, очень играет. Да, хорошо укатанный, жесткий снег такой должна быть. Потому что сыпучка, она уже будет так, немножечко не так работать. Ну что, друзья, давайте поблагодарим. А еще мы... маленькое отступление вам в подмогу. Ну вот у вас даже лежат вот... Да, Свикс, вот профессиональная подготовка гоночных лыж. Здесь тоже очень достаточно все правильно описано. Любой производитель тоже, грубо говоря, в любых там каталогах пишет об этом, да. Ну или же вот существует вот такая книжечка «Подготовка лыж. Полное руководство». Это старая книжка, ей, наверное, уже лет 15, если не 20. Нед Браун. Тоже интересная книжка, советую почитать. А так все. На самом простой принеси в Ювенту спорт. Личный опыт, и опять не забывайте, просто учитесь, учитесь, и все у вас получится.